Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал valtreka.ru, электрический персональный транспорт. Сегодня поговорим об электровелосипеде Valtreka Cruiser. Данный электровелосипед называется круизером неспроста. У него удобная рама для посадки и удобный согнутый руль для комфортного катания. Электровелосипед обладает большой аккумуляторной батареей 10 ампер-часов, которая, кстати, является свинцово-кислотной, соответственно, она всесезонная, то есть на данном электровелосипеде можно кататься как летом, так и зимой. Электровелосипед оборудован подножкой, LED-фарой, ручкой газа, электрическим гудком, багажником. Вес электровелосипеда 28 кг. Мотор достаточно мощный, 250 Вт, пиковая мощность 350 Вт. Максимальное расстояние на полной зарядке 30-35 км. Максимальная скорость до 35 км в час. Нагрузка на данный электровелосипед до 150 кг, так как рама стальная, очень прочная. Valtreka Cruiser идеален как для дачи, так и для города. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.